365 год Баркалаваўскага абразу Божай Маці адзначаюць беларускія вернікі. Знаходзіцца абраз у Свята-Ўзнясенскім жаночым манастыры, што ў вёсцы Баркалабава Быхаўскага раёна. Кіраўнік Магілёўскага аблвыканкама Анатолій Сашынка асабіста павіншаваў са святам настаяцеля манастыра і ўсіх вернікаў. З нагоды юбілея 24 ліпеня у Свята-Ўзнясенскім жаночым манастыры прайшло святочнае богаслужэнне. Удзел у ім прыняў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніамін, патрыаршы экзарх усія Беларусі. На гэтую святочную службу завітала больш за 1000 вернікаў з розных куткоў Беларусі. Да манастыра многія прыйшлі хросным ходам. Приехала из Орши до Могилева. С Могилева крестным ходом мы пришли в Баркалабово. Что такое крестный ход, я вам даже не могу передать. Вот правда говорят, что чтобы знать, что такое крестный ход, это надо просто отважиться и один раз пройти. Идут только ради того, чтобы все были живы, здоровы. Божья Матерь покрывала нас своим покровом, защищала от врагов видимых и невидимых. И я получаю заряд на целый год. Хросный ход до 24 липеня для православных верников стал традиционным. Люди пешу идуть, каб помолиться Баркалабаўскаму абразу Божьей Мати, які сам абрал тут место прописки у 1659 годе. Служители монастыра рассказывают, коли русский князь Иоанн Пажарский проезжал мимо с образом Божьей Мати у обозе, его экипаж спынился и далей не смог крануться с места. Князь вечером идет к матушке, была в то время первая игуменья матушка Фатиния, и он ей говорит: «Матушка, видно, Божья Матерь хочет быть здесь». И когда пришла игуменья с сестрами, беспрепятственно взяли икону на руки, так как был вечер, положили ее на аналое, чтобы утром уже определить ей место. И когда они пришли утром, произошло второе чудо. Икона сама укрепилась у стены с правой стороны от алтаря. На службу у Свята-Ўзнясенскі жаночы манастыр завітаў і кіраўнік в области Анатолій Сашынка. Ён асабіста павіншаваў настаяцеля храма і ўсіх вернікаў са святам Баркалабаўскага абраза Божай Маці. Сергей Пеклін, Александр Артемьев, Навіны рэгіёна.